Внимание, 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 вы смотрите канал Кейна, добро пожаловать! Сегодня мы играем в карту от подписчика под названием «Карта троллит Кейна». Здесь будет карта с испытаниями, где будет что-то происходить необычное. И карта сделана без командных блоков, но с датапаком. Автор карты Федорас. Федорас, спасибо тебе большое. Красный, красивый, помидорный. Сегодня посмотрим, что здесь будет происходить. Я честно больше ничего не знаю. Надеюсь, вам понравится видос. Ставьте эти самые лукойлы. И рандомный коммент залетает от мистер Дестер. И пишет он, когда он перестанет бить стол. Ребят, кто-нибудь ему объяснит? Ты, пожалуйста, чтобы я не объяснял. Окей, хорошо. Не хочу сейчас орать, не хочу ругаться, окей? Что ж, давайте приступать. Спасибо тебе большое, мистер Федорас, за эту карту. Информация, давайте почитаем. Бум. Ноль информации. Стоп. Я что-то сломал? Ах, вот теперь работает, ребят. Стоп. Во, заработало. Короче, нужно было прописать слэш-релоуд, потому что здесь же датапак. Но мне никто об этом не говорил, я сам додумался. Привет, меня зовут Федор, мне 17 лет. Что ж, в феврале 22 года я решил сделать эту карту и сделал. На карте тебя ждет 5 стандартных испытаний. Паркур, выживание, лабиринт, квест и дроппер. Однако я... Стоп, о май гад. Однако я не хотел делать все по стандартам. На каждом испытании тебя ждет свой собственный функционал, фишки и несколько подвохов. Думаю, будет весело, удачи. Я очень надеюсь, что выживание будет с каким-то очень большим подвохом, чтобы не было выживания. Можно так сделать, пожалуйста? Спасибо. Окей, правила, давайте почитаем. Правила игры. Game Mode Adventure стоит. Отлично, работает. Найс, классно. Идем дальше. Что ж, правила получились коротенькие. Ну да ладно. Все, настройки выставлены. Изи. Приступаем, друзья. Карта с датапа... спокойно. Как же классно пока что все выглядит. Окей, что ж, ну, по традиции начнем с паркура. Конечно же, наш любимый паркур. 10% загрузка. Окей, с паркура я начал строительство карты. В любом случае, он несложный. Хотя на нем могут быть подвохи. Даже не знаю. Там, конечно, есть два хардкорных прыжка, точно проходимых. Но если что, я даю тебе возможность их пропустить. Использую подсказку удачи. Использую... Не-не-не-не-не-не. Вы чего? Вы не знаете, с кем вы связались. Я тот самый. Тот самый клен. Окей, слушайте, как все кайфово работает с этим датапаком. А почему-то вы не делаете очень много карт с датапаками. Вы делаете карты с модами. Но почему-то не с датапаками. Это же так кайфово. Посмотрите, какую красивую карту без единого командного блока. О, нет, счетчик смертей, о, нет. Ну, приступаем. Что ж, короче, да, друзья. Мне кажется, что делать карты с датапаком. Окей. Ясненько. Так, значит, вот так ты со мной, автор, да? Хорошо, а можно кил прописать? Потому что я не хочу, не буду. А как мы теперь должны это пройти, кстати? Вот такой у меня вопрос теперь есть, встречный. Так, что теперь? Окей, это, конечно, было весело, это было здорово, я упал в паутину, ха-ха, кейм попался, но... Барьеры? Окей, будем пробовать, значит, какие-то барьеры есть. Так, что-то пошло не так. Давай по-другому. Встань на... На блок кварца. Стоп, я вылетел за карту, походу. Вот сюда. Я все понял. И теперь сложный прыжок будет, вы готовы? Нам нужно запрыгнуть вот сюда, походу, да? Есть! Найс. А тут что происходит? Стоп. О, нет. Стоп, это то, что я подумал. Это реально то, что я подумал. Нам нужно долететь вот до того блока. Вы понимаете, что здесь происходит? Какие-то возможно, это возможно. Просто нужно очень хорошо рассчитать тайминг. А я профессионал в таймингах. Так, на этот раз меня... Да, меня не будут троллить, вроде как, поэтому... Давайте... Есть, окей, мы снова здесь. Теперь изи прыжок. Найс. И теперь, вы готовы? Окей, я понял, как это проходится. Я все понял, я все знаю. И теперь осталось-то всего лишь-то взять и пройти. Всего лишь-то, Кейн. Давай, ты же... Только нет, а давай не будем тупить на вот этом прыжке, пожалуйста. Это только первый уровень, впереди еще и выживание и куча всякой дичи. Давай мы не будем тупить и фармить смерти просто так, потому что тебе захотелось. Давай мы не будем, люди смотрят, люди хотят контента и скилла. Давай. Так, все, я сдаюсь. Это чекпоинт, это чекпоинт. Ребят, 49 смертей. 49. Окей, это еще. Я первый раз в жизни вижу такой прыжок. Это вообще возможно? Стоп, это...
Стоп, это... Не, это же невозможно. Не, вы шутите. Это же... Не, только не с люками, правда ведь? Это же мне кажется. Это же... Ребят, это невозможно. Я не знаю, что от меня хотите. Я не знаю, как это должно проходиться. Но я считаю, что это невозможно. Я пошел в самый конец сразу. Нет, нельзя. Окей, что мы делаем? Может быть, есть другой способ? Но я вообще не думаю, что такое возможно, реально. Я первый раз в жизни вижу такой прыжок. Камон. Я даже не могу нормально прыгнуть и не задеть этот люк. What? О, мы здесь надолго, друзья. Мы здесь очень-очень надолго, походу, да? Да. И, ребят, что мы делаем? Я реально не знаю. Я реально не знаю, как это можно пройти вообще. Я абсолютно не понимаю, как это проходится. О, погодите. Так. Сейчас. Так, мне нужно очень круто выкрутиться. Окей. Давай. Если я сделаю этот прыжок, я для себя открою что-то новое. Потому что такой прыжок — это супер новое для меня что-то. Так как я мастер паркура, я должен его пройти, правильно? О! Я не верю своим глазам, друзья. Я не верю своим глазам. Я это сделал. Так, главное, чтобы меня сейчас не затроллили, правильно? Меня же не будут троллить. Меня же не будут троллить под конец. Я вижу на кувалду. Я вижу наковальню. Мое сердце только что упало в пятку. И я ее откинул пяткой обратно на люстру. И с люстры она съела кота за ноготь. Окей. Что теперь? Мы прошли? Я боюсь прыгать. Я боюсь. What? Ах, вот как у нас двери открываются. С помощью наковален теперь, окей. О боже, это еще не конец, вы серьезно? Так, хорошо. Это было жестко. Я это сделал, друзья. 79 смертей на 2 прыжка. Просто тупо 2 прыжка. Сложно, друзья. Ну тут я прекрасно понимаю, что я должен сделать. Я должен считерить. Нет, я так не могу. Я же могу, да? Я, походу, не долечу, черт. Точно никак не долететь? Ах, вот как это сделано. Ладно, значит, мы будем использовать тактику. Тактику тигра. Знаете, как тактика тигра делается? Следующим образом. Видали? Видали тактику тигра? Ха, вы думали? Нет. Ребят. Нет, это слишком, это... Это перебор. Ребят. Ребят. Я потерял сознание. Суть мыслей. Мысли сознания. Это было слишком. Я никогда так в жизни не пугался. Я никогда... Что происходит вообще? Куда-то... Ох, друг... Ну, прости. Нет, не прощу. Это был... Ребят. Исправляем косяк. Ребят. Камон, перестань меня троллить. Верни обратно. Верни человека обратно. Ребят, я в жизни так никогда не пугался. Прикол был в том, что здесь скример был сделан настолько идеально. И он был в таком идеальном моменте, где ты вообще не можешь ожидать, что будет скример. Напишите в комментариях, вы испугались или нет? Я не знаю, насколько громко это было на видео, мне кажется, это было супер громко. Фух, я наложил 37 кирпичей с половиной.
Черт. Дайте уберу кирпичи. Сейчас, одну секунду. Ладно, я очень надеюсь, что такого больше не будет. Ладно, если будет, я готов. Я полностью готов. Ну что, справился? Надеюсь, стол еще жив. Я с тобой не разговариваю, Федорас. Я не разговариваю с тобой. Все. Все. Выживание. Фух. Ребята, реально потерял эту нить своих мышлений. Я вообще все в голове наоборот перевернулось. Я не мог не добавить твоего любимого выживания. Хотя, ну, конечно, проще, чем обычно. Что ж, удачи. Окей, ладно, все, я восстановил. Восстановил свой порядок в голове. Можно ломать... Ага. О, выглядит легко. What? Можно поставить на блок железа. Ага. Правильно. Вот такое выживание. По кайфу, друзья. Что мы делаем? Стоп, а как мне переплавить-то теперь? Стоп, а что мы делаем? Не, мы делаем кирку. Каменную, конечно же. Ага. Теперь что мы ломаем? Мы ломаем угольную руду, которую я не вижу, а вижу. Окей. Найс. Мы получаем уголь, один уголь. И мы получаем железо. Yes. Слушайте, вот это кайфово. Федорас переборщил, наверное, конечно. Хотя, знаешь что? Нет, отдам тебе должное. Это был самый профессиональный скример. Самый, наверное, мощный скример, который вообще где-либо могло было быть. Идеально, молодец. Но давай больше не надо. Давай в следующий раз без скримера. Фух, ладно, друзья, все хорошо, все под контролем. Вы там еще живы? Вы там по ту сторону монитора? Надеюсь, вы на месте. Надеюсь, вы сидите, пристегнули ремня коня. Так, кирку делаем, бум, отлично. Теперь алмазы, хлопс, топс, три алмаза. Найс. Это было... Чтоб жизнь медом не казалась, за 4 минуты управишься. О-оу. Это же троллинг. Точнее, ну, это понятно, что это троллинг, но сейчас же будет обратный троллинг, что он типа скажет: да не, я шучу, вот тебе кирка. Знаете что, дайте я предугадаю. Вот я сейчас буду сидеть долбить 4 минуты эту фигню, да? И под конец, на 3 минуты 50 секунд, он мне даст какую-то кирку и скажет: да нет, ты че, вот тебе. Ребят, я отвечаю, так произойдет. Окей, что нам остается? Нам остается долбить 4 минуты этот обсидиан. Карта от Федораса. Найс. Вот как, значит, да? Вот оно. Окей, ну когда я говорю, что я обожаю необычные карты, я имел в виду именно вот такое. Посмотрите на это, да? Ну, это, наверное, слишком. Вот что мы... Чем... Окей, ладно. Я ставлю на паузу видео. Я вернусь, как только что-то произойдет. О! What? Я отвечаю, она сама перестала долбиться. Я не отпускал. Кнопку. Я сдаюсь. Я так и знал, что ты не выдержишь. Ладно, давай так. Стоп, он знал, что я выйду в креатив. Он знал. И он берет и дает мне кирку и перекидывает меня обратно в сурвайвал. Окей, Федорас. Это настоящий троллинг. Хорошо. Я готов к чему угодно. Поздравляю, на это выживание закончилось. Жаль только, что ты читерил. Ага, жаль. А тебе меня не жаль? Ты меня заставил, ты меня вынудил. По-другому никак, лабиринт. Вот что в лабиринте будет происходить? Я обычно не фанат лабиринтов, вы знаете. Они очень однообразные. Но что-то здесь, походу, будет. У меня, конечно, не было Immersive Portals, но я все равно постарался сделать из лабиринта конфетку. Конфетку со сладкой начинкой. Если лабиринт начнет раздражать, то можешь посмотреть решение. Используй подсказку. Удачи, используй подсказку. Ребят, использую подсказку с самого начала. Ладно, я шучу. Давайте посмотрим, что тут за начинка в этом лабиринте. Что здесь? Только попробуйте скример опять мне на все лицо, чтобы вылетел. Оцени механизм. Какой? А, типа телепорта? What the? What? Окей, кайфовый механизм, молодец. Я ставлю тебе 10 из 10, можно выход, пожалуйста. Окей, кайфовый механизм, я ставлю тебе 10 из 10, можно выход, пожалуйста. Может, мне нужно теперь перепрыгивать через некоторые эти ловушки? Так, я не понимаю.
Тут каждый раз эта ловушка будет, да? Да, она каждый раз там, поэтому, по идее, я что, могу через нее перепрыгнуть, да? Ага. То есть нужно запоминать, где ловушка. Вау. Окей. Допустим. Ну, я куда-то иду. Оцени механизм. Да оценил я твой механизм. Не хочу больше оценивать механизм. Спасите. О, черт. Ребят, что мы делаем? Ребят, что мы делаем? Мы здесь надолго, походу, да? Так, ладно, давайте по порядку. Пойдем по левой стороне. Вот здесь ловушка, да, мы ее перепрыгиваем. Что у нас будет здесь? Типа второй этаж? Окей. Типа второй этаж. Но что мы делаем на этом втором этаже? Хороший вопрос, да? Типа второй этаж. Паркур. Снова первый этаж. Ага, вот как значит, да? Значит, еще раз, будем проверять каждый проход по несколько раз. То есть, если мы доходили до сюда, то мы попадали на второй этаж. Вот. Здесь мы можем пойти. Здесь мы никуда не можем пойти. А что если нам нужно вниз прыгнуть вообще? Что если нам нужно вот сюда? Что если? Погодите, я что-то вижу. Ага. Вот. Окей, я сдаюсь. Я больше туда не иду. Мы пойдем теперь вот сюда. Будем. Нет, здесь, видите, все, здесь ноль. Значит, аннулируем вот этот Ага. Вот этот проход аннулирован. Следующий, по центру. По центру что происходит? Вот здесь ловушка. Окей, давайте пройдем до конца. Здесь ловушка. Перепрыгиваем. Здесь единственный проход налево. Вперед, 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 вперед. Меня сейчас телепортируют назад. Если мы идем налево. О, черт, я запутался. Я полностью запутался, друзья. Оцени меня. Да не буду! Не буду оценивать. 0 из 10, 0 из 10, 0 из 10, 0 из 10. Окей. Еще раз. Значит, мы идем сюда, перепрыгиваем ловушку. Идем налево, лево, 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 лево. И теперь у нас есть. Мы ходили налево, пойдем направо, да? Что у нас здесь? Я сдаюсь, друзья. Я все. На сегодня все. Смотрите, мне кажется, я знаю, как определять ловушку. Нет, я не знаю, как ее определять. Я думал, я умный. Нет, оказалось, что нет. Так, где была эта ловушка только что? Где-то вот здесь, да? Вот здесь. Ага. Нет, я ее перепрыгнул. На этот раз разрешаю тебе спокойно спрыгнуть в бездну. Спасибо. Спасибо большое. Лабиринт не такой уж и маленький, я только что снизу увидел. Ладно. Продолжаем. Еще раз перепрыгиваем ловушку. Окей, не получилось даже ловушку перепрыгнуть. Молодец, Кейн. Хоп, найс. Теперь лево. Угу. Ребят, вы там держитесь, мы пройдем. Мы пройдем. Куда я иду? Ребят, я не знаю. Я использую подсказку, это слишком. Что мне это дает? А? Воу. Вы думаете, я с подсказкой пройду? Погодите, это еще... Так, давайте запоминать. Давайте запоминать. Третье лево. Потом. Идем. Потом. Потом право. Потом право. Да, я запомнил. Go. Нет, я не запомнил. Но мы попробуем. Хорошо, значит. Лево. Да. Я так и знал, что нужно было туда куда-то идти. Возможно, я был близко, друзья. Я реально был близко. Да хватит! Пожалуйста, валяю тебя, пожалуйста, перестань. Я схожу с ума с этой карты. Так, значит, идем. Здесь право. И потом право. Где-то здесь я падал, да? И теперь мы идем вот сюда. Вот здесь была ловушка. Я перепрыгнул, да? Ага. Мы близки. Мы почти пришли. Теперь вот сюда. О! Что происходит? Где я? Где я? Кто я? О, нет.
ребят, это слишком. Это слишком жестко. О! What? Что это значит? Еще раз. Нет. Подсказку. Так. Окей. Мне пофиг, я делаю скриншот. Я делаю скриншот, и мы идем по скриншоту. Это невозможно. Я сойду с ума. Я вспухну сейчас. Я просто взорвусь. Я взорвусь. Окей, мы идем по скриншоту. Скриншот сделан. Окей. Теперь я открываю скриншот. Одну секунду. Вы там держитесь. Я открываю скриншот. Я никуда не ушел. Я все еще здесь. Скриншот. Вот он, скриншот. Я открыл скриншот. Скриншот на второй монитор. OBS вот сюда. Гоу, поехали. Вернуться. Вернуться. Окей. Так, теперь мы идем прямо. Мы идем право-лево. Перепрыгиваем ловушку. Ага. Теперь мы идем все по плану, все по плану. Вот сюда, вот сюда. Лево, право, прямо, вот сюда. Теперь вот сюда. Окей, окей, окей. Теперь. Вот сюда. Проходим до конца. Нужно перепрыгнуть эту ловушку теперь. Кто ж знал-то? Кто ж знал-то, что там еще одна будет? Ладно. Так, значит, вот сюда. Стоп, я правильно иду? Вот здесь она есть, да? О май гад, о май гад, о май гад. Я даже со скриншотом пройти не могу. Окей, так, все, соберись, тряпка. Давай. Сейчас пройдем, не волнуйтесь. Так, теперь право. Стоп, где я? Я забыл. Стоп, я точно... на шифте можно понять, где она. Окей, теперь, смотрите. Мы идем вот сюда. Стоп, еще раз. Значит, я выхожу за угол. Мы идем вот сюда. Здесь мы идем влево до конца. Я буду идти на шифте, друзья. Так, влево до конца, стоп. Влево до конца. Теперь мы пропустили это. Теперь лево, право, лево, право. Окей. Теперь мы заходим вот сюда. Стоп, где я? Мы заходим до конца. Идем прямо. Почти выбрались. Так, теперь прямо. Мы близки. Я буду идти на шифте, мне пофиг. Я еще не попадусь ни на одну ловушку больше. Идем прямо. Здесь тупо прямо. Все, мы пришли, по идее, да? Тут больше не будет никаких ответвлений, вроде бы, по идее. Вроде бы, пожалуйста, не надо больше, пожалуйста, не надо, умоляю. Все, мы прошли. Ах, вот как, да? Погодите, точно? Да, здесь прыжок. И все. Как же ты прошел? Что ж, видимо, мучение в лабиринте пришел конец. Ну как я прошел? Со скриншотом прошел. Дроппер. Ну давайте, что на дроппере теперь будет, а? Вот как он меня удивит на дроппере? Я профессионал в дроппере. Давайте посмотрим. Дроппер получился нестандартный, как и все остальные уровни, конечно. Тут никаких подсказок. Так что, если ты ударишь по столу 17 раз, лучше 4. Удачи. Окей, хорошо. Я понял. Почему я стою как-то на... Вот... Окей, это выглядит пока нормально. Не так уж и сложно пока что. А? What? Что это было? Что это сейчас было? Окей, я здесь. А, розовая фигня меня убивает. Еще раз. Все, понял. Значит, хоп. Теперь, мне нужно перепрыгнуть розовую фигню. Чего, кого, куда, простите? Что это сейчас было такое, я не понял. Ладно, я все понял. О, погодите, ах, вот как это можно было сделать. Хорошо. Так, теперь, поехали. Стоп, у нас есть время подумать в воде, пока я нахожусь, да? Значит, через какие кольца мне нужно пролететь, я не понимаю. Я ничего не понял. Стоп, что?
Давай, пускай. И вот здесь. Бум, отлично. Так, теперь. Я боюсь. Я боюсь. Только не кольца. А что если я сюда? Что если? О май гад. Я пытаюсь, раз уж он меня троллит, я хочу его затроллить и пройти своим способом этот дроппер. Ребят, я же смогу, правильно? Я же смогу пройти это своим способом. Так, сейчас все будет. Сейчас будет способ Кейна. Вы готовы увидеть способ Кейна? Как проходит? Я вижу золотые блоки внизу. Так. Как бы нам? Что вот у нас здесь такое? Вроде бы тупо ничего, да? Окей. Что если я просто пролечу до золотых блоков сразу? Вот так вот. Это фейк, да? Ага. Так, ясно. Точнее, ничего не ясно, но ладно. Я, честно говоря, не был уверен, что человеку под силу это дроппер. Молодец. Ну. Я не просто человек. Я человек квадратная кегля. Окей, остался последний уровень. Ребят, я, наверное, нечестно его прошел, но я прошел, это самое главное. Автор меня троллил, я его буду троллить. Поэтому изи. Вообще, я хотел сделать поиск кнопки, но получился поиск кнопки других различных вещей, так что пусть называется квест. Окей. Тут я для тебя также подготовил подсказку. Так что, если голова взорвется 4 раза, используй. Удачи, подсказка. Окей, хорошо. Не надо. Не надо подсказку. Не надо, пожалуйста. Я обойдусь без подсказки. Кнопка номер один, у нас есть лопата. Лопата ломает песок. Хорошо. Это интересно. Что если мы поплывем наверх? Лопата ломает песок. Вот, что это сейчас было? Что за звук? Окей, лопата ломает песок. Хорошо. Это хорошо, нам это понадобится наверняка. Что если на плиты наступить? На все плиты надо наступить на всякий случай. Кнопки все мы нажимаем. Ах, вот как, окей, хорошо. Песок, кто видит песок? Кто знает, где песок? Да хватит, хватит. Не надо, все. Перестань. Окей. Так, теперь, песок, кнопка, печка, пусто, палка, может ломать редстоун повторитель, наверное, пригодится, правильно, друзья? Где-то как-то пригодится, наверное. Окей, мы еще не были наверху, но погодите, я сначала все осмотрю. Ну ты кто такой? Что тебе нужно? За 3 нитки можно получить лук. Хорошо. 3 нитки можно получить лук. Кто мог подумать, что с помощью люка можно телепортироваться? Окей, значит, все люки будем открывать. Так. Окей. Хорошо. С помощью 3 ниток можно получить лук. 3 нитки лук. Хорошо. Где песок мы можем сломать, кстати? Давайте поднимемся теперь наверх. Окей. Найс. Вау. В стиле Кейна получилось, да? Замечательно. Просто здорово. Просто офигенно, ну. Просто великолепно. Найс. Теперь. Где чертов песок? И что я здесь делаю вообще? Для чего я здесь? Может быть, отсюда увидим песок? Видите, вот это возможно. Нет, это не песок. Фиг знает, друзья. Фиг знает. Что-то здесь я должен сделать, да? Может быть, наступить на какой-то блок? Фиг знает. Тут все сделано с помощью команды блоков. Вот, опять же, непонятно, да? Любая вещь может что-то сделать. А вдруг кнопка где-то вот здесь? Нет. Так, хорошо. На потолке, на крыше ничего нету. Этот песок, это красный песок, я его ломать его не могу. Ясненько. Еще раз поднимемся вот сюда наверх. Давай, без подсказок. Я должен это пройти. Я должен... Ну что, почему издает звук? Вы слышали? Почему? Каждый раз, когда я сюда поднимаюсь, он издает звук. Ха. Интересно, может быть, барьеры есть какие-то? Нет. Интересно. О! Одну секунду. А это откуда здесь взялось? Разве не проверял эту кнопку? Я чё, тугой? Окей, давайте пройдем этот паркур теперь. Назад. Для чего я его прохожу вообще? Для чего я вообще это прохожу сейчас? Что мне это дает? Мне это ничего не дало. Может быть, здесь есть песок? Шулькер закрытый,
может ломать Redstone компаратор. И повтори. О-о-о, хорошо, хорошо. Я все-таки что-то нашел. Хорошо, что я вернулся. Так, хорошо. Теперь. Смотрите, что мы делаем. Вместо того, чтобы проходить полностью этот паркур, я делаю следующее. Найс. Теперь. Компаратор и повторитель. Где такое обитает на этом уровне? Кто-нибудь знает, за дверью что-то. Хорошо, что звук на минимум стоит. Да. Может ломать железные прутья. Знаете что, друзья? Скидывайте это видео вашим друзьям. Типа, смотрите, какую прикольную Кейн карту прошел. А карта выглядит такая милая, обычная. И вот посмотрим, как они испугаются на первом скримере. Ну или на втором, на вот этом. Да, это лицо вашего друга, если он это увидит. Так, хорошо, что мы имеем? Железные прутья. Кто видел железные прутья? Я не видел. Или видел? Не видел. Так, еще раз точно проверим. Здесь все, да? Здесь все. Хорошо, мы потихоньку продвигаемся, друзья. Потихоньку. Очень потихоньку, конечно. Железные прутья. Тут у нас за нитки лук. Три нитки. Трех ниток у нас нету. Железные прутья. Я не видел такого. Погодите, может быть, снова наверх надо подняться. Железные прутья. Кто знает, друзья. Наверху тоже никаких железных прутьев я не видел. Может быть, за картой? Видите, тут какая-то комната есть. Я же не слепой, я же вижу. Окей. Железные прутья. Хама-хума, друзья. Это единственное, что я могу вам сказать. Это все. На этом все. Давай, думай, Кегля, не тупи. Должно что-то здесь еще быть. Что-то где-то должно быть, да, друзья? Вот здесь что? Нет, пусто. Давай. Ты найдешь железные прутья. Или не найдешь. Так, дамы и господа, мне кажется, я сдаюсь. Я реально не знаю. Я все проверил. Удиви меня, автор. Удиви меня. Мы используем подсказку. Бум. Поехали. На данном уровне вы можете прочитать инструкцию к прохождению. На каждую новую страницу новый шаг. Окей. Найдите лопату, она находится где-то в воде. Обыщите дом. У дома есть палка и кирка. Проверяйте двери. Найдите вторую палку. Для этого обыщите паркур. Да. Найдите комнату с жителем. В нее вас приведет один из еловых люков. Откройте новую локацию. Для этого вам нужно обыскать лавку Камон, серьезно? Ой, да ладно. Стоп. И что теперь? О, ах, вот оно что значит, да? Угу. Так, хорошо, возможно, нам больше не понадобятся подсказки. Правильно, друзья? Что мы здесь делаем? О, изи, а вот и нитки. Кайф. Что теперь? Проверяем люки. Точно наверху ничего нет? Надо все проверить, друзья. Вроде бы все. Окей, хорошо, теперь мы можем идти брать лук. Так, это было вот здесь. Теперь мы можем наконец-то взять лук. Теперь у нас есть лук. Что теперь? Даже если у нас есть лук, у нас нет стрел. Простите, и что теперь? У нас есть лук, но нет стрел. И как теперь? Как теперь жить с этим? Почему так сложно это все? Почему? Что мне с этим луком делать? Куда мне его засунуть? Может быть не... А, погодите. О, я знаю. У меня появилась идея. Может быть вот этот звук, который мы слышали здесь? Не-а. А это что такое? А это тот самый паркур? А вот это что такое? Интересно. Непонятно. Ребят, я сдаюсь. Это слишком. Окей. Найдите комнату жителя, в нее вас приведет один из еловых люков в доме. Обыскать лавку жителя. В новой локации обыщите дом и подземелье. Вы найдете нитки и компаратор. Стоп, чего? Подземелье? Ой, я дурак.
Извините, друзья. Извиняюсь перед всеми зрителями, и я дурак, да. Так, что мы можем теперь делать? Мы можем ломать вот эту дичь. О! Можно поставить на блок железа. Где мы видели блок железа? Мы где-то его видели. Правильно? Так, пойди. Блок железа. Блок железа. О, я знаю где. Вот здесь, наверху. Правильно? Камон, он же где-то здесь был. Он же был наверху. Я все помню. Вон там он был. Раз, два. Ага. Теперь что мы делаем? Классно, что теперь? О, черт. Теперь нужно подняться наверх. Правильно? Что-то должно здесь произойти, друзья. Не зря же здесь это сделано. О! Вы это видели? Еще раз. Смотрите. Смотрите. Смотри туда. Там что-то появляется. И исчезает через некоторое время. Ах, вот оно что. Это какой-то шулькер, да? Поэтому смотри, что мы делаем. 3, 2, 1, вы готовы? Поехали. Нужно спидранить паркур. Давай. Я ж не успею. Погодите одну секунду. Это реально так? О, черт. Серьезно? Это самый жесткий квест, который я когда-либо видел в своей жизни. Как бы я смог до этого додуматься? Поехали. Найс. Давай. О, черт, ну что ж ты за человек такой? По идее, это так работает. А вдруг плиты теперь что-то делают? Погодите. Нет, плиты ничего не делают. Окей. Что-то появляется на той стороне. А вдруг нам все-таки нужен лук каким-то образом? Нет? Стоп, я не активировал. Поехали. Найс. Окей, я сдаюсь. Я не знаю. Здесь вы найдете нитки и компаратор. Я не нашел нитки. А, в доме нашел наверху, да. Купить у жителя лук. Найдите стрелу для лука. Для этого вам нужно забраться на летающий остров. Когда вы встаете на акацию, на несколько секунд на крыше дома появляется шалкер со стрелой. Вам нужно успеть забрать. Окей, то есть я был прав. То есть я реально. Я молодец. Я догадался. Но. Каким образом я должен успеть? Окей, я люблю испытания на время, поэтому давайте я вам докажу, что я мега скилл. Поехали. Тут я не буду прыгать, точнее, я просто упаду. Вот таким образом, теперь. Быстрее. Окей, не получилось, сейчас. Окей. Почти. Это возможно. Сейчас сделаем. Я спидранер, я профессионал, поехали. Так. Нужно упасть как можно быстрее. То есть с угла, поехали. Сразу падаем. И главное не затупить на лестницах. Лестница самое главное. Что больше всего тратит. Вот, все. Все, я затупил, я зафейлил. Все, минус, окей. Нужно на вторую лестницу запрыгнуть как можно выше. Зацепиться за нее сразу же. Понимаете, да? Понимаете, в чем сок? Как можно сократить? Никак, да? Наверное. Поехали. Камон, кегля, камон, ты сможешь. Почти, вот это было идеально. Но зафейлил финальный прыжок. Окей, поехали. Давай, поднажми. Нет. Есть. О, боже мой. Ребят, 15 минут. У меня заняло это 15 минут. Вы видели, она буквально за долю секунду пропала до того, как я. Точнее, после того, как я ее взял. Я кучу раз доходил, я открывал, и она закрывается сразу. Она исчезает. О боже. Что теперь? Не хочу попасть по. Точнее, выстрелить стрелой и. Ребят, меня мозг уже не может больше думать. Я смотрю подсказку. Попадите в мишень из лука. Чтобы увидеть мишень, вам необходимо встать на блок необработанного железа в углу основной локации. Чего? Кого? Куда? Вот как бы я это узнал? Где здесь вообще необработанное железо? В углу... А, вот здесь?
А если не попаду? Неужели мне снова нужно будет бежать за... Я попал. Стоп. О, нет. Не-н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 е. Снова? Не может быть. Взял. Йоу. Так, теперь окей, теперь главное не промахнуться. Пожалуйста, давай. Стоп. What? Окей, я сдаюсь. Что произошло? Что это было? Я сдаюсь, друзья. Все, извините, но я так больше не могу, друзья. Что теперь? В доме открылся тайный проход. Заберитесь в дом через стену и заберите повторитель. Чтобы выйти, необходимо нажать на рычаг. В доме открылся секретный проход. Боже мой. Где? Заберитесь через стену. Какую стену? В каком доме? Еще раз. В доме открылся тайный проход. Заберитесь в дом через стену и заберите повторитель. Через стену. Ой, я что-то вижу. Окей. Через стену это как? Погодите, одну секунду. Через стену это как? Заберитесь через стену. Ага! Погодите. Есть! О-о-о-о. Так, что мы можем? Есть. Точно все забрали? Да. Ага. Бум! Что теперь? Ребят, я реально больше не могу мыслить. В доме открылся проход. Осталось поставить повторитель и компаратор на специальный блок, и не находится в локации с паркуром. О, мы один поставили. Точно. Все, осталось наставить последний. Не может быть, что это конец. Я не верю. И, ребят, я играю в эту карту полтора часа, наверное. Ну, серьезно, да? Вот давайте меня еще потроллим под конец. Давайте потроллим. Потроллим Кеглю. Конечно же, потроллим Кеглю. Куда же без этого? А, давай, все. Финалочка. Мы прошли, все хорошо. Спокойствие. Главное, спокойствие. Ребят, видите, все, со мной уже все. Крыша поплыла, корабль поехал. Вагонетка полетела. Так, я пройду этот паркур сегодня или нет? Пожалуйста. Раз, два. Окей. Все. Раз, два. Есть. Даже квест прошел, поздравляю. Спасибо. Я читернул один раз со стрелами, но я... Спасибо за игру. Спасибо за прохождение моей карты. Над картой я работал около недели. Можешь еще раз полюбоваться картой. Я хотел сделать коротенький паркур, но со сложными прыжками. И, конечно, реализовать пару ловушек и скример. С выживанием идей было меньше. Но подвох с палкой вышел неплохой. Давайте забудем про это. Карты с поиском кнопки я строил еще в далеком 2018 году. Под другим ником, конечно, но подробные квесты получались у меня хорошо. Я постарался добавить побольше механик для квеста, чтобы сделать его интереснее. Здесь мне, конечно, помог давний опыт работы над лабиринтом. Я, конечно же, вдохновился модом на порталы. Надеюсь, у меня получилось хотя бы частично перевести функционал мода в ванильный Майнкрафт. В дропере я хотел реализовать идею стандартных уровней с элитрами в другой плоскости. И, конечно, добавить еще несколько механик, дабы разнообразить классические прыжки в воду. Что ж, вот такая получилась у меня карта. Надеюсь, все понравилось. В любом случае, можешь поставить оценку. Благодарю вас, возможно, когда-нибудь мои руки дойдут и до новой карты. Спасибо, я буду стараться дотянуть до пятерки. Спасибо за оценку, чего не хватает на карте. Да ну гонишь. Окей. Мы это сделали. Дамы и господа, мы это сделали. Вау, это было жестко, это что такое? Погодите одну секунду. Это что здесь делает? Окей. Ребят, мне нужно отдохнуть после такого. Но сначала мы должны здесь все взорвать. По-другому никак. Это была, наверное, одна из самых лучших карт за всю историю. Не то, что, наверное, 100%. Возможно, топ-3 за всю историю. За всю историю карты подписчиков. Возможно, это топ-3. Возможно, топ-1, топ-2, топ-3. Не знаю. Одна из них.
но это было слишком великолепно. Это было супер-мега круто. Вау. Я все еще не отхожу от скримера, друзья. Я все еще пытаюсь отойти от него, но это было жестко. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, автор, это было великолепно. Ребят, мне пора отдохнуть, я слишком долго прохожу эту карту, и это 6-й видос, который записываю сегодня. Мне нужно отдохнуть прямо сейчас. Федорас, спасибо тебе огромное. Ребят, напишите, что вы думаете о этой карте, скидывайте этот видос вашим друзьям. Не говорите про скример, пусть посмотрят сами. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, с вами был Кекля, и всем пока.